Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Виталик и Ангелина. Да, друзья мои, в общем, переживали многие, думали, куда же они запропастились, прошло 4 дня, и вот, как говорится, явление Христа народу буквально вышли. Вышли и Виталик с Гелией на своем основном канале, а также вышла Геля с роликом на своем канале. Все у них нормально, значит, Виталик начал толкать речь, рассказывая о том, что так и так, мол, что за бред, говорит, начали нас уже, мол, говорили о том, что мы типа поехали в Казахстан, говорит, что вы несете, что за бред, все кругом хайпуют, да, это говорит Виталик, главный, я бы сказала, хайпажор, да, который на чем только не хайповал, который устраивал такие алкостримы, как говорится, мама не горюй, ну, в общем, в принципе, да, видимо, забыл все, как говорится, это дело давнее, соответственно, будем делать вид, что этого не было. Ну и сказал, смысл надрывать пупок просто так, все вот эти вот обзорные каналы на нас, они, мол, надрывают его не просто так, естественно. На работу люди ходят не за фантики, все зарабатывают деньги, это абсолютно нормально за любой труд получать, так скажем, деньги, как ни крути. Ну вот, что касается Виталика, Виталик надрывать свой пупок, кстати, действительно не согласен, нет. Один ролик в 4-3 дня, ребят, я вам скажу так, это крайне мало. Кто-то в комментариях пишет, боже мой, какой замечательный парень, какой классный. Да я никогда, в принципе, не говорила, что Виталик какой-то, знаете, мега отрицательный персонаж. Нет, но и восхищаться таким мужчиной я никогда бы не стала по одной простой причине. Мне часто пишут, а вы знаете, а он на все руки мастер, а он молодец. А вы знаете, в принципе, да, по большому счету, а что ему еще делать? Он сидит 24/7 дома ничего не делая. Поэтому то, что он встанет, иногда растрясется и поможет своей же бабушке. Да, это мать его отчима, ну и что это его бабушка, которая тоже для него в свое время что-то сделала, и потом, как ни крути. Одно дело, знаете, я бы сказала, да, молодец, если бы человек помогал каким-то посторонним людям или бездомным животным, да, но здесь он помогает своим, поэтому это, так скажем, его обязанность. Бабушка уже пожилая, когда-то бабушка всем помогала, теперь бабушке пришел черед помогать, поэтому я не вижу в этом никаких заслуг, я не считаю, что за это нужно вешать какие-то, знаете, звезды, да, какие-то погоны и кричать, что он самый настоящий герой Кубани. Да, далее, тем, кто говорит о том, что вот он такой молодец, он на все руки мастер, я хочу сказать, так он не работает, он ничего, по сути, не делает. Опять же, да, действительно, YouTube-канал – это работа, но одним YouTube-каналом состоит не заниматься один человек, то есть Геля спокойно может вести и свой канал, и канал Виталика, и учитывая, как, так скажем, по времени они выкладывают свои ролики, то есть если ролик выходит даже раз в день, то этим роликом, этим каналом может спокойно заниматься один человек, второй должен работать, мужчина вообще, в принципе, должен работать, как ни крути, тем более у него помимо Гели есть еще двое несовершеннолетних детей, которых он обязан содержать. Поэтому, знаете, говорить о том, что он мега крутой, да, ой, вот всем бы такого мужчину, как там пишут на его канале, ребят, мне смешно, я не знаю, кто это пишет, может, это Гелька, конечно, под левыми никами пишет данные моменты, может быть, какие-то там девчонки, да, его знакомые пишут, мечтают такого же Виталика иметь, я не знаю, но мне действительно смешно, по одной простой причине, возводить его в ранг героев только за то, что он встал и там, допустим, положил своей же собственной бабушке линолеум, и дальше что? Он обязан бабушке помогать, он обязан помогать своим родным и близким. Это его обязанность, как ни крути, он уже в том возрасте, когда он должен нести ответственность какую-то за своих близких людей. Плюс то, что он уметь что-то делать и что-то делать, это тоже две разные вещи. И потом, вы знаете, мужчины, они работают целыми днями, а потом еще приходят домой, да, и дома делают дела по дому, и женам помогают, и
и кто живет в частных домах, они и с хозяйством имеют дело, и так далее, и тому подобное. И никто ни на кого не вешает никакие там заслуги, да, как говорится, никакие медали в любом случае. А здесь люди сидят 24/7 дома. Если вы считаете, что один ролик в день снять это мега-супер тяжело, то я вам скажу точно, что нет, это вообще абсолютно несложно. Тем более, вот я посмотрела, да, у них сейчас разница в роликах была. Один ролик они сняли за 4 дня. Ребят, это вообще нефиг делать. Абсолютно. И с одним, и даже с двумя каналами может спокойно справиться один человек. Второй может спокойно работать. Но, с другой стороны, у Виталика тоже неплохая работа. Я смотрю, он вовсю рекламирует Авалон, да. В общем, да, в принципе, даже комментировать эту тему не хочу, но те, кто возводит Виталика, знаете, в ранг такого героя, ну, видимо, мужчин настоящих никогда в глаза не видели. Я не считаю, что это что-то, нечто, все положил линолеум у своей бабушки, значит, все, молодец, значит, просто супер-пупер, как говорится. Ну, вообще, что меня смешат, конечно же, обожатели Виталика на его канале, которые, помимо того, что успевают там написывать дифирамбы, еще и бегают по моему каналу, написывая, задавая мне всякие разные глупые вопросы по поводу того, что ты делаешь, что ты вообще пришла, что ты тут обсуждаешь, без тебя разберемся и так далее. Причем, знаете, все их какие-то комментарии, они настолько однотипные, они настолько недалекие, да, да, как говорится, каков поп, таков и приход, в принципе, мне все понятно, но вот какие-то у них комментарии, детский сад, я бы сказала, штаны на лямках, ничего, ну ладно бы что-то аргументированно бы написали, там еще что-то, не-не-не, вообще даже не про это, даже не об этом. И когда я попыталась донести суть до людей 2 дня подряд, люди пишут опять одно и то же. Ты что, завидуешь айфону 13? Да, конечно, обзавидовалась. И когда я написала о том, что с голой жопой, зато с айфоном, мне пишут, ну да, да, что вы будете делать, если будет конец света? Что вы будете делать, мол, типа, без всех вот этих вот удобств, без души, без ванны, без всего? А вы что будете делать? Мне просто интересно, да? Но люди как-то странно мыслят, то есть люди живут в 21 веке и все время думают то про конец света, то еще про что-то, да. В общем, в принципе, все понятно. С Виталиком, с его хомяками мне тоже все понятно. Это один уровень людей. По мне, это вот такие люди, как Геля, которые там далеко особо не мыслят, да, ничего толком сказать не могут. То есть, в принципе, понятное дело, что уровень у них одинаковый, иначе бы эти люди не нашли друг друга. Здесь, в принципе, все понятно. Что нового было в этом ролике? Значит, хомяки могут расслабиться, Виталик в Казахстан не собирается. Виталик попытался, конечно же, отвлечь внимание от этого айфона 13, поэтому решил 4 дня, так скажем, обождать. Вышел и тут же начал стелить линолеум бабушки, показывая, как он, значит, помогает. Даже Гелька схватилась за веник, тоже начала там мести в коридоре, помогать, создавать вид бурной деятельности, да. А также она лепила, я так поняла, те самые вареники вместе с бабулей, даже, кстати, ела эти вареньки. Сегодня, между прочим, даже не фыркала и не фукала, сидела себе спокойно. Видимо, перца там не было. В общем, что, ничего у них такого нового нет абсолютно. Виталька все показывает, значит, свои вот эти запчасти, рассказывает, а люди-то в комментариях ему задают одни и те же вопросы в его, под его роликом. Пишут: Виталик, что нам тут, вату трешь, что ты нам тут рассказываешь? Про все вот эти расходники, которые ты покупаешь в свою машину, да, про какие-то там запчасти, ты скажи, что с вашими животными. Почему вы не связываетесь там с людьми, со знакомыми, у которых остался там ваш Оскар, да, остались ваши животные, что с ними, как с ними? Неужели вам и на них теперь насрать, и Геля что, уже приглядела себе другую собачку? В общем, в принципе, все понятно, ребят, ничего не меняется, все, что было раньше, тоже происходит и сейчас. Ничего нового, ничего такого интересного, все как обычно, либо сидят, едят и рассуждают, так скажем, знаете, о просто проблемах всего человечества, либо, да, либо вот сегодня Виталик, по крайней мере, что-то помог сделать своей бабушке. Опять же, ребят, хочу сделать акцент на том, что да, действительно своей. И как ни крути, какой бы эта бабуля ни была, это его бабушка, это не бабушка с улицы, которой он дал денег, это не посторонняя бабушка, которой он помог, кто-то скажет,
скажет, это мама его отчима, и что? Отчим для него не был посторонним человеком, бабушка для него тоже не посторонний человек. То есть это абсолютно разные вещи. А помогать своим – это обязанность человека, как ни крути. То есть здесь за это никаких заслуг, никаких, да, ничего там, как говорится, на шею не вешают. В общем, тихо, спокойно, в Казахстан никто не уезжает, все нормально, живем, как говорится, дальше. Ребят, вот такой мне получился небольшой обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!